9 команд, более 200 участников и почти 1500 болельщиков. В Люберцах прошел региональный этап веселых стартов среди школьников Подмосковья на призы губернатора. За напряженным процессом борьбы наблюдала наша съемочная группа. Люберцы непобедимы, потому что мы едины! Победе с поддержкой. У каждой команды участницы на трибунах были свои болельщики. Всего в веселых стартах приняли участие 9 команд из разных муниципалитетов. Среди них Люберецкая, нацеленная только на победу. Участвовать было сложно, но мы сильная команда и, надеюсь, мы выиграем. Веселые старты проводятся по инициативе губернатора Подмосковья с 2013 года. Проходят они в несколько этапов. Сначала на школьном уровне, потом на муниципальном и региональном. Далее победители ждут финальные всероссийские старты, которые пройдут в Москве. Команды все борются за призовой фонд 20 миллионов рублей, который будет разделен между победителями, которые, в свою очередь, пойдут на развитие спортивной инфраструктуры в районах, в округах. По результатам игр первое место заняла команда из Раменского муниципального района. Люберцы стали вторыми. Однако команда поддержки округа получила кубок за первое место, как самые лучшие болельщики. Мария Антонова, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.